Итак, всех приветствую. Я, к сожалению, не смог застримить весь турнир, который сегодня проходил в группе VK.com Dota SPB. Но я смогу застримить финальный матч. Итак, напомню, турнир проходит Only Meet на Миранах. У нас в финале играет Ricky Mouse против Лозо. Результаты предыдущих матчей вы сможете найти в группе. И напомню, что главным призом за этот турнир является прекрасный сет на Гулю. Вы эту информацию всю можете найти в группе SPB Dota 2. И там же можете видеть постоянно объявления о турнирах, о клоузах и присоединяться к нам. Вот. И будем смотреть турнир. Что нам покажет сейчас Ricky Mouse против Лозо на Миранах. Итак, здесь изначальный закуп у нас идет танка плюс врайт бан. И здесь тоже такой же. Два одинаковых закупа на начале. Посмотрим, как будет развиваться действие. Жаль, конечно, что я... жаль, конечно, что я не смог застримить все игры этого турнира. Но, к сожалению, так сложились обстоятельства личные, поэтому будем исправляться. Вот. А в следующий раз, я думаю, у меня не будет уже личных проблем, поэтому вы сможете увидеть весь турнир полностью. И вот Ricky Mouse очень хорошо застопил крипов, бой идет на его хайграунде. И смотрим пока как будут фармить игроки, потому что в течение, я думаю, минуты 2-3, я думаю, не будет нападений, может быть там какая-то... стрела в кого-то зайдет, но не более того. Я думаю, не будут они нарываться друг на дружку. И бой полностью переходит на хайграунд сил тьмы Ricky Mouse, ближе к его тауру. Тавр ему помогает пропушить крипов. Это в плюс, и это в минус, потому что быстрее пропушится линия Лоза. Ну, сейчас мы видели стрелу от Ricky Mouse. Он просто ее пустил для того, чтобы зафармить крипа, но, к сожалению, он все равно его, по-моему, не добил. И вот не удается у него денать. Будем наблюдать пока что. Здесь у нас снизу есть руна инвиза. Я думаю, ну, к сожалению, с новым патчем все руны обновляются. Так раньше, к примеру, можно было там засейвить руну, да, до... более удачного момента, к примеру, та же самая инвиз или double damage, оставить ее чуть-чуть на попозже и через там пару минут, там, взяв, добив левел, скажем так, активировать руну и пойти сделать очень больно противнику. В данном апдейте это сделать невозможно, каждые 2 минуты, вот мы видим, руна уже обновилась, здесь руна богатства, здесь руна у нас регена. Поэтому надо постоянно юзать руны, но было раньше мне больше нравилось, конечно, когда руны оставались, это был очень большой плюс, потому что вот, к примеру, в самом начале игры, ты уже сам, когда ты не нуждаешься, ну ты вот в начале игры пришел, видел тут вот руна регена, и ты знаешь спокойно себе, что ты можешь просто давать прокасты в противника постоянно, и потом пойти забрать рунку, и отрегениться, и опять прийти его... уничтожать просто на линии, не давать ему фармить и отгонять от своей зоны. И мы видим, Ricky Mouse пока перефармливает. У него 12-7, он не дает фармить Лоза. Но это не сильно в данный момент у них разница в опыте. Одного 235 опыта на 4 уровне, у другого 88. Разница 200 опыта, да. И есть стрела, но стрела в никуда. Потому что Лоза у нас ушел за руной.
И 17-7 крипстату Рики Мауса. Очень хорошо он фармит и делает Denied. Это очень-очень большой плюс для Рики Мауса. И у нас прилетает уже Рики Маусу 2 блейда. В то время как у Лоза есть банка уже. Что очень тоже несравненный, очень большой плюс. Потому что это можно делать стрелы просто практически по КД. Напомню, один залп баночки нас устанавливает 70 маны. Эта стрела у нас стоит в данный момент 100 маны в этом патче. Монокос, по-моему, ей не меняли, я точно не помню. И у нас Рики Маус уже пятый, в то время как есть стрела, но тоже промахивается. Но у Лоза бутылка, поэтому ему не страшно. Видите, он потратил 100 маны, у него уже 317. Ему да вообще по барабану ему на эту ману в данный момент. А вот Рики Маус жалеет пока стрелы. Но нет, есть стрела и рядышком, очень рядом проходит, но не попадает Рики Маус. И ему сейчас, нет, не заденайдит он катапульту, это прибавка 50 опыта, по-моему, дает за катапульту, я точно не помню. И тут у нас уже шестой, и Лоза опять идет забирает иллюзии. Поместил его в банку, вот он отрегенился полностью и забрал руну. И активировал иллюзии и оставил почему-то там. Одна подошла, но он... У нее нет урона вообще как такового. 60 урона стандартного есть у Лоза. Плюс иллюзия сколько? 25%, по-моему, урона наносит. Это от 60. Ну, очень мало. Это всего лишь 15 урона. А плюс, считаем, сопротивление 21. Ну, это 13 урона наносит одна иллюзия. Это ни о чем. Ну вот и Рики Маус зафармливает стрелой крипа, у него уже крипса 33-15, а у Лоза всего лишь 10 крипов, и был Старш Шторм только что от Лоза, который попал, но этого не хватает для того, чтобы есть стрела, и нет, попадает в крипа стрела. И здесь сверху у нас есть руна регенерации, которая Рики Маусу сейчас очень пригодилась бы, но он почему-то не чекает руны. И вот за руной отправляется у нас Лоза. Обновляет опять себе свою банку. Рики Маус пока просто фармит. У него есть фласка. Поэтому он может пока тоже спокойно, в принципе, стоять на линии, не успевает он забить крипа. 37-20 у него крипстат. Он даже заденайдил больше, чем Лоза нафармил. Есть стрела и нет, подошел крип. Буквально чуть-чуть бы опоздать крипу, и стрела, я думаю, попала бы в Лоза. Она летела на правильной траектории. Что-то непонятный мув только что был от Лоза. Он прыгнул отсюда сюда зачем-то и ушел обратно. Что он сделал, наверное, просто случайно прожал кнопку. И у него есть руна регенерации в банке на запасе. 600 голды. И пока что ничего, да, у него в курице нет. В то время как Рики Маус уже косарь. Целая 1000. И Рики Маус у нас 8, Лоза у нас 6. И есть стрела в крипа 5. И аналогичный мув от Рики Мауса проходит. Зафармливает стрелой крипа. И катапульта. Напомню, что Лоза тогда не забрал катапульту. Катапульта убила катапульту. Ему меньше экспы пошло. И он уже и так встает по экспе у нас на целую 1200. 1300 даже. Уже опыта. Стрела проходит мимо. Не попадает. И по голде на... Точно так же на 1500. Лоза отстает уже... от Рики Мауса. Рики Мауса крипстат 51-26, автоматически заюзалась руна регенерации у Лоза.
И Рикки Маус подбирает хосту. Вот здесь есть... Лоза пытается сейчас фармиться. Но я думаю, он седьмой и... ну, он ульт не качал, я не знаю, может, в этом действительно нет здесь смысла. Я думаю, что нужно Макси стрелу и Стар Шторм, потому что... Ой, как проходит стрела мимо, не туда опустил Лоза стрелу. Если бы он застанил Рикки Маус, у него был бы шанс. Довольно прилично его надамажить. Не сказал бы, что он и убил бы его, но... Вот у Лоза есть... Он будет собирать, наверное, транквилы для того, чтобы отрегениваться. И просто никуда уходит Шторм. Он не попадает ни по крипам, ни по Рикки Маусу. Напомню, что правило турнира это либо ФБ, ну, без убийства, да, игрока, либо падает Т1 вышка. И забирает Рун Баунти на боте Рикки Маус. У Рикки Мауса есть уже молоток. И летит стрела, и Лоз увидел и успевает отойти. Да, на самом деле тут очень-очень неплохо было бы поставить вижены на ХГ врага, к примеру, ну вот сюда хотя бы вард воткнуть. Для того, чтобы видеть, куда пускать стрелы. Да, в принципе, можно прямо здесь поставить, чтобы он вот эту вот зону видел всю, куда запускать свою стрелу. И Лоза забирает рун богатства, опять стрела проходит мимо. Вот о чем я говорю, был бы вижен, он запустил бы ее немножко по другой траектории и попал бы. И здесь мы видим, Лоза идет тоже на руну, Рикки Маус тоже бежит, но Рикки Маус уходит от стрелы прыжком, забирает руну инвиза, но у него нет маны. У него работает кларити, конечно, но у него всего лишь 97 маны, у него даже не хватает ни на что. Вот, на стрелу накопилось. И я думаю, что ему нужно обратно уходить. Пойдет через вышку. Увидел его Лоза. Напомню, что вышка вот так вот, по-моему, стреляет. А видит она вот так. Чуть-чуть дальше, чем есть диапазон обстрела ее. Дальность атаки. И вы посмотрите на этот крипстат. Просто как Рикки Маус перефармливает. 63-26 против 15 лозанных крипов. И стрела опять в никуда. Рикки Маус дальше регенит себе ману, регенил, точнее, ему сбила катапульту только что реген. Забирает он эту катапульту. Ну вот Рикки Маус, да, правильно делает, он максит первый и второй скилл. Ну, в принципе, Лоза делает то же самое, только с оставанием в уровень. Рикки Маус уже 9,5 набрал, Лоза 8, еще даже нет половины. Не хочет Лоза сдаваться, конечно. Есть стрела и в крипа. Опять в крипа. Еще пока ни одна стрела не долетела до противника. Да, Лоза собрал у нас транквилы. Как я и говорил, курица у него пока пустая. На кармане у него 500 золотых. В то время как у Рикки Мауса уже 1200. И это, наверное, сейчас будет второй... Митрил Хаммер пускает стрелу для разведки. Да, это, наверное, будет второй Митрил Хаммер. Это будет фаз-изолятор, а это добавит, ну, очень много ему дэмэджа. Ну, вот Мирани бы не помешало бы, конечно, скорость атаки еще. Стрела опять никуда. А здесь пускает Шторм Лоза, попадает только в крипов. Ну, в принципе, ему это не нужно, потому что уже у него 500 хп у вышки сбит, в то время как у Рикки Мауса только 100. Это просто колоссальная разница. На самом деле, 10-8 уровень и крипстат. Ну, очень-очень много. Отправляет стрелу в лес, как видел он просто, что оттуда часто выходит. И есть стрела, попадает в Рикки Мауса, и не достает он штормом. Да, Рикки Мауса просто не достал штормом. Это был реальный шанс Лоза.
Он просто не достал штормом. Он попал в крипа, стоящего перед ним, не достал он радиуса. Это было бы еще 225 дэмэджа, довольно-таки много, и потом можно было прыжком бы просто догнать и сделать 1-2 тычки, и Рикки Маус бы отдал бы призовое место Лоза, но не рассчитал Лоза с траектории, с дальностью, точнее, извините, с дальностью скилла. И Рикки Маус уже почти спушивает вышку. Очень большой приоритет на стороне Рикки Мауса. В принципе, если он не будет так поставляться, как только что, у него есть все шансы просто спушить вышку, и это будет победа в любом случае. Здесь, да, видим второй Митрил Хаммер. И ультует Лоза. Идет на руны, но Рикки Маус подбирает ДД. И Лоза сейчас просто в спину запускает ему стрелу, да. И Рикки Маус запускает стрелу, у него есть шторм попадает, и просто еще одна атака. Еще одна атака должна быть, прыжок. Все, Рикки Маус побеждает. Просто подставился Лоза, я не знаю, зачем он вышел с инвиза, в то время как он видел, что Рикки Маус под ДД. И он отставал по уровню, у него шторм только на третьем уровне, не на четвертом, так как у Рикки Мауса. И не знаю, зачем этот был выход. Это очень большая ошибка Лоза. Просто. Ну и здесь победа достигает Рикки Мауса, но они что-то продолжают еще драться. Рикки Маус. Ну вот Лоза просто так уже хочет убить его, для того, чтобы просто убить. Это, скажем так, была мстя. Ну вот, ну и видите, у них просто равный размен был. Это ничего не значит, что упал трон тьмы, просто Рикки Маус написал ГГ, вышел, в лобби автоматически ГГ приравнивается к проигрышу. Но выиграл у нас все-таки Рикки Маус, как мы видели. Поздравляю его с этим нагулю, который он, в принципе, имеет, наверное, уже, ну, я не знаю, это его дела, поэтому... Еще раз поздравляю его. В данный момент всем спасибо, кто смотрел. Чуть позже будет клоуз от группы. Поэтому следите за новостями группы нашей и будете в теме, будете выигрывать. Всем спасибо, всего доброго. Увидимся еще.